делаю пряник 14 февраля. Это не просто сердечко, это флакончик с любовным зельем. Начинаю с крышечки, заливаю крышечку нейтральным бежевым айсингом, даю немного застыть. В это время заливаю сердцевинку нежно-розовым айсингом и внешнюю часть флакончика голубым айсингом. Это цвет Electric Blue в палетке Americolor. Но чтобы сделать его не таким ярким, я добавила в него буквально чуть-чуть розового цвета. Так, по цветам, мне кажется, лучше сочетается. Так, среднюю полосочку на крышке делаю более объемной. Жду высыхания айсинга. После полного высыхания айсинга покрываю крышечку серебряным кондурином, разведенным в спирте. Здесь можно использовать также золотой кондурин, но так как это пряник в комплекте к другим пряникам, я использовала серебряный кондурин. Глазки я намечаю с помощью трафарета, прорисовываю реснички у них и делаю блик с помощью белого айсинга. Блики на флакончике делаю с помощью белого красителя. У меня здесь краситель Americolor, но также хорошо использовать диоксид титана. Он дает чистый белый цвет, освежает хорошо такие яркие цвета. Намечаю щечки с помощью белого красителя и хорошо их растушевываю. На видео их практически не видно, но в жизни, когда держишь пряник, на прянике есть немножко намек на щечки. Айсингом белого цвета делаю контуры на горлышке флакончика и блики на глазках. Такой простой пряник, но он очень мило смотрится в наборе. Спасибо за внимание, ставьте лайк.